А сколько всего отставленных комментаторов на НТВ плюс? Кроме меня ни одного. В стоп-листах, вот, нет? Нет, ни одного. Более того, в прошлом году была абсолютно такая же история. Я был в стоп-листе у другой команды, но перед самым Новым годом Ольга Юрьевна позвонила Васе и попросила Андронова из стоп-листа убрать. Понятно. Дала тебе, значит, в открытое море решила выйти. Угу. Да и потом, я, честно говоря, не понимаю, ну, почему клуб решает вопрос о том, кто комментирует его матчи. Я же комментирую не для клуба и не для его сотрудников. И смотрят не только они, наверное, эти матчи. Почему это не, почему тогда болельщики этого не решают? В общем, ну, я пережил это спокойно, это отстранение Спартаком. Ну, ну, что в моей жизни изменилось кардинально? Ничего. Смотреть матч Спартака мне никто не запрещает. Писать о Спартаке никто не запрещает. Нет, просто вот там... Я думаю, это больше их характеризует даже. Федун лично не звонит и не просит оставить тех или иных комментаторов. Якунин не звонит, да? Вот. Но люди, которые, значит, осуществляют оперативное руководство, для них это важно. По понятному Федун, причине. Когда презентовал журналистам стадион, ему задали про меня вопрос. Он сказал, никаких претензий не имею. Ну, нравится человеку, что ЦСКА, и пусть. Его личная жизнь. Карпин... Звонил мне после программы 90 минут плюс и имел со мной часовую, наверное, беседу по телефону, никаких проблем. Сам звонил и имел беседу? Ну, он попросил через Костю Генича, чтобы я ему перезвонил. А о чем беседа? Ну, это было еще при Эмере, я усомнился, так сказать, в эфире, что Карпин сильно заинтересован в успехе Эмери. И он убеждал тебя в обратном? Ну, мы поговорили, он, что значит убеждал, он свою точку зрения высказал, я свою. Ну, нормально поговорили, совершенно никак безо всякой там ожесточенности или взвинченности, совершенно спокойно. Может, ты что вынес? Нет, вообще, понимаешь, вот Валеру как-то немножко странно воспринимают. Есть знаменитое интервью, которое я у него брал после игры. Почему-то там болельщики считают, что он каким-то образом Андронова в этом интервью умыл. Я читал такую версию. Про что, Леша, вы же опять скажете, что кого мы там обыграли, Амкар какой-то. Ну, ты же скажешь 90 плюс опять, кого они обыграли. Uh-huh. Ну, просто надо знать Карпина. Карпин такой с момента, наверное, своего рождения. Он другим не будет. Он троллил точно так же всех, когда был игроком. Я совершенно не в обиде. Я был готов к этой реакции и прекрасно себе понимал, что он мне сейчас ответит. Ну и что? Просто... Он человек, мы же интервью берем для того, чтобы он свои слова сказал, а я не обязан парировать прямо сейчас, потому что это прямо сейчас зрителю не нужно. А если будет у меня возможность, и зрителю это будет интересно, я выскажу свое мнение. Все. Что ты сейчас и делаешь вообще? Да. Мне кажется, вообще наступает период, когда уже очень многим людям все равно, какой Карпин, и очень не все равно, какой Спартак при Карпине. Вот. Поначалу, первые годы, он по-человечески вызывал у многих неравнодушная к себе, значит, оценку своей деятельности. Вот. А сейчас уже понимаешь, что как бы, ну, хватит, но уже вот много было красивых слов. Давай уже дело-то покажи. Вот, пока не получается. Ну, я думаю, что у слова «пока» осталось не так много времени существования в этой фразе. Потому что, обрати внимание, как сказал Федун после вчерашнего матча, когда Карпин провалит третью задачу, тогда я приму решение. Не если он ее провалит, а когда он ее провалит? Как говорили вот эти вот ОСП-студия, если и когда ваш мальчик выздоровеет. Да. Да. Вот. А вот слово «пока», оно, по-моему, кончилось, с моей точки зрения, еще вчера. Наверное. Может, даже позавчера. Ну, ладно. Скажи вот коротенько, вот из той беседы с Карпином часовой, ты какой для себя вывод сделал? Хочет он отставки Эмери или не хочет? На тот момент хотел он или нет, не хотел? Нет, так говорить нельзя, хочет или не хочет отставки Эмери. Но я думаю, что на момент той беседы со мной он уже отдавал себе отчет, что у Эмери ничего не получится. Понятно. Вот. Но он, скажем так, он больше сконцентрирован был на своей фигуре, на своей роли и на том, какие к нему общество предъявляет претензии, как к генеральному директору. В эту роль он... Вообще мне немного странно, что вот такое решение было принято сразу же его вернуть. Я удивлен, почему Спартак не попробовал найти еще раз тренера и вернулся уже опять к проходимой, так сказать, теме. Ну, тут как раз есть претензия к Федуну. Вот та роль гендиректора, он в нее вписывал помощь Эмери или он отстранился?
занял созерцательную позицию. Но это не собес, чтобы помощь оказывать. Есть функции генерального директора, он их выполняет. Есть пожелание тренера купить игроков определенных, он их выполнил. Тех игроков, на которых настаивал, Эмери купил. Что еще он должен сделать? Криштиану Роналду привести? Ну, понятно. Во всем том, что ты сказал, мне лично немножко не хватает души. Вот потому это... и выигрывали у нас большей частью все это время команды, у которых была душа. Ну, скажем так, до 2005-2006 года, вот ЦСКА 2006, mm-hmm. это последняя команда, которая была только на душе построена. Потому что дальше просто пришли совершенно другие деньги, сначала в Рубину, потом в Зенит. И здесь уже вот этих вот душевных меньше. А до того, ну, вспомним, все же говорили, Гинер Газаев, какая связка, Семен Филатов, какая связка. Ну, Романцев, это, помнишь, выходили справочники к Лиге чемпионов, где представление клуба, главный тренер, президент и две одинаковых фотографии. Угу. А потом просто уже, ну, все, мир изменился. Сейчас... Вряд ли между Гиннером и Слуцким та степень душевной близости, как была у них с Газаевым. Твоя фраза «Я не работаю, а живу комментатором». Угу. Не надоело? Нет. Вот, все-таки жизнь достаточно, ну я не назову ее однообразной, но она подразумевает вот, путешествие по одним тропинкам всегда. Ну нет, во-первых, всегда есть возможность переключиться. Та же Олимпиада, тот же американский футбол, тот же бокс, который я комментирую. Ну, конечно, если там просто вот вместо головы уже будет футбольный мяч, да, тогда можно сойти с ума. Но до этого все-таки достаточно далеко. Плюс там в свое время у меня, вот когда начало возникать такое ощущение, мне очень сильно собственные занятия автоспортом помогли в плане переключения и научиться... эмоции разделять, а не так, что желток отдельно, белок отдельно, а не внутри яйца все единое. Понятно. Вот еще о комментаторстве. Я сейчас хочу спросить про иностранный футбол. У меня никогда не возникало ощущение, что значит, количество людей, интересующихся иностранными чемпионатами, которые ты активно комментируешь, вот, это какой-то астрал. Что это оторвано от нашей жизни, что это показывают по платному каналу для ограниченного круга лиц. И когда вот начинаются все эти дела, вот Кавани, Диего Коста, и вот это все серьезно обсуждается на форумах, это, по-моему, какая-то вот такая Kingdom Come такой, знаешь. Ну, во-первых, это все-таки только фундамент, потому что есть же Лига чемпионов, которая показывается на бесплатных каналах. Ну, да. Там те же самые Кавани и Диего Коста. Есть канал Sport Plus, который существует уже в бесплатном варианте, на котором тоже есть футбол, и в том числе зарубежный. То есть это достаточно близко к российской нашей действительности? Ну, человеку, который комментирует американский футбол, отвечать на этот вопрос вообще смешно, потому что если ты о футболе говоришь, что это какие-то странные, оторванные от жизни люди, а те, кто интересуется НФЛ в России, это вообще кто тогда? Этих страшно далеки они от народа. Или тем же хоккеем, или тем же баскетболом. Ну да, есть еще большой этих, просто у нас... полуночников, которые, значит, NBA там вот, да. NHL отслеживают. Ну, во время финала Кубка Стэнли я становлюсь полуночником. Я помню, когда несколько лет назад они практически совпали во времени. Причем там был, там, скажем, понедельник матч финальной серии NHL, вторник NBA. Вот это было тяжелее всего. И ты все смотрел? Да. Ну, понятно. У меня был в молодости какой-то один чемпионат мира, вот, когда я его смотрел, сидя на кончике кресла, в очень напряженной позе, потому что она позволяла, значит, когда засыпаешь, встрепенуться. А если откинешься в кресле, то ты пропустишь все. Ладно. Как ты относишься к рейтингам комментаторов, которые определяются по голосованиям, как правило, болельческим? Ну, достаточно спокойно. И я не... эстрадная звезда, чтобы стремиться в вершины хит-парадов. Это в определенном смысле оценка работы, но только когда все в равных условиях. То есть я понимаю, почему Володя Стогниенко выигрывает эти опросы год за годом, потому что он работает на федеральном канале, его просто большее количество людей слышит, чаще слышит, потому что у нас-то
на федеральном канале там с десяток комментаторов работает, они ротируются. И, в принципе, я думаю, что два матча, если ты за год отработал на федеральном канале, это уже определенный успех. В России 2 меньше футбольных комментаторов. Понятно, что он чаще со своим зрителем встречается. А вот тот опрос, который проводят сами абоненты у нас, за что им большое спасибо, потому что они и формулу выбрали верную, они отсекают пену, которая лезет постоянно с помощью там, определенных требований по дате регистрации для того, чтобы участвовать в этом голосовании. Отношусь, конечно, с уважением. Потому что я замечал некоторые такие нотки обиды в высказываниях публичных людей, которые не выигрывают в этих конкурсах. Ну, это у каждого своя проблема. А сколько раз ты побеждал? Два раза. В НТВшных? Да. А сколько? И два раза последние два года уступаю Геничу и абсолютно никакого не испытываю дискомфорта в связи с этим. Ну, понятно. Просто, как правило, люди, которые выигрывают, они отвечают так, как ты. Люди, которые не выигрывают, они говорят, ну что, ну это все условно. Это... Нет, это не условно, но это оценка работы. Но я не стремлюсь, я же сказал, я не эстрадная звезда. Мне вершина хит-парада – это не самое главное, к чему я стремлюсь. Если это есть, да, это приятно. Если этого нет, ну, наверное, Шнур поет не для всех, а для всех поет Юра Шатунов. Понятно. Я думаю, что Шатунов не для всех, на самом деле. Он как раз для тех, для кого не поет Шнур. Ну, наверное, да. Вот. Хотя есть еще третья категория, к которой я себя отношу. Для меня точно не поет ни Шнур, ни Шатунов. И это не связано с буквой Ш, заметьте. По другой причине. Сколько ты автографов в среднем в день раздаешь? Автографов в день? Да. Да нисколько. Такой вопрос о том, звезда или не звезда? Нет, ну... Где? В продуктовом магазине, чтобы раздавать автографы? Да нет. Ну, это бывает, либо это бывает на спортивных аренах, футбольных и не только футбольных, потому что в Сочи это было постоянно, например. Либо это может произойти там в аэропорту. Потому что, допустим, я пользуюсь часто достаточно метро, но в метро люди, они все вот, они не видят ничего вокруг себя. А в аэропорту более уже расслабленные, потому что ты там ходишь, не знаешь, чем себя занять. Поэтому там бывает, что фотографируются, бывает, что берут автограф. Здесь на том месте сидел все время Валерий Баринов, вот актер. Он вспомнил стихи замечательные Николая Доризо про популярность и славу, чем они отличаются. Четверостишие. Да? Популярность шумна и изменчива, по натуре она такова, только слава надежная женщина, но она не жена, а вдова. Знаешь, так что вот у тебя слава или популярность? Ну, известность.